согласны ли вы взять в мужья Горина Александра Аркадьевича? Согласна. Не спишь-то, а, кабачок? Что они едят? До сих пор нет никакой информации, почему отсутствовал Горин. На мать похож. И ноги идеальные. Назвал-то как? Надя. Горина! Это мама там? А мама вообще что делала? Ты таксист, а она кто? Врач. А как семья? Гордятся вами? Я пытаюсь изо всех сил. Я так хочу, чтобы наша дочка тобой гордилась. Это легенда без номера. Сегодня этот человек вернулся в родные пенаты, чтобы влиться в команду. Ну ты не расстраивайся, на самом деле молодец. Да вы что творите, черти? Папа! Надюш, это все ради тебя. Нас не догонят. Ты тебе говорю, Чоктау, Выкрик, Джексон, двойной тулуп. Давно тренируете? Ты обещала, что никогда на лед не выйдешь. Тоже врал. Сказала, что мама врач. Она фигуристка. У твоей дочери талант, как у мамы. К чему привело это ваше фигурное катание? Маменька! Я просто хотела, как мама. Моя дочь, не ваша. Если бы он мог, он бы сам позвонил. Давай видео запишем. Пойду надену платье и корону. Папа! Ты самый лучший. Давай больше никогда не бояться. Как возьмет трубу, сразу передашь, не понял? Да не бзди ты, Горин, у меня своих трое, все на играх родились. Ни одна жена не жаловалась.